Дорогие друзья, пока мама там выпускала видео, монтировала, Маша решила сама развесить белье. А уже который-то день, Маша, сама развешиваешь? Третий день сама. Молодец, помогает девочка. Тут у нее еще. Это ты уже вторую партию достала? Первую партию достала. И Машенька развешивает все белье. Молодец. Сейчас я поеду, прищепки постараюсь купить, не забыть. У нас прищепок, ребят, вообще не хватает категорически. Да, Маша? А сейчас вот следующее белье будешь вешать, тебя все равно не хватит белья. Ну, не белья, это прищепок не хватит. Погода такая хорошая. А что у тебя там табуретка? А, ты с нее же белье развешиваешь. Ты, если где-то не дотягиваешься, то уже не делай там, а. Вот на эту вешалку можно что-нибудь носочки вешать. Погода хорошая. Куры у нас там сидят. Парники все открыты. Ты вот на эту вот веревку. Ладно, пусть Маша развешивает, ну а мы сейчас будем дальше делами другими заниматься. Дорогие друзья, у нас время вечер. Ванечка, иди домой. Мы с Егором едем в город. Я его с собой беру, потому что я себя неважно чувствую. И на улице дождь начинается. А у нас зонтика нет, представляете? Вот такое вот попадалово. У меня все зонтики дети сломали. Ну ничего. Не-не, он сломанный, зайка. Вы его сломали. Ладно, едем в город. Ребята, мы приехали домой, попали с Егором под сильный-пресильный дождь. На улице льет дождь. Ну, хоть у меня парник вот тот польет с помидорами. Я рада, до грядки польет. Это уже хорошо. Вот так вот все поливает, короче говоря. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас я сырая буду. Мы с Егором очень сильно промокли, но это ничего страшного. Сейчас там мне стол освободят, и я засниму обзор того, что я купила. Я, ребят, не голая. Напишите, что я... Нет, это просто футболка с таким с открытым ключом, сразу говорю. Какой дождик поливает. Напишите обязательно, какая у вас погода. Может, вы нам солнышко отправите? Какой льет дождь, слышите? Классно.
Прям как из ведра льет, смотрите. А у нас тут что-то так резиной паленой пахнет. Видимо, опять дядя Ваня там жгет какую-то резину у себя в бане. Прям, смотри, чувствуется резиной, да, пахнет паленой. Видимо, опять дядя Ваня что-то жгет в бане. И смотрите, какой дождь. Классно, у меня сейчас там парник один польется, а два придется потом поливать. Я хотела посмотреть слив. Ну-ка, позови Егора, скажи, слив не работает. Говорила же, слив там забился, он не работает. А он сейчас ничего сделать не сможет. Ё-моё, и вся вода мимо бочки сейчас пойдет. Да иди твою налево, а. Потом поливаться нечем будет. Я вообще в шоке. Ладно, сейчас что-то придумаем. Так, дорогие друзья, начинаем делать обзор покупок. Вот весь, все покупки, все, что смогла купить, все купила. Так, первое, ну, начну. Селедка. Взяла две штуки, хочу картошечки просто отварить. Там у нас старая картошка есть, и с картошкой поедим. Дальше взяла свекла. У нас закончилась картошки немножко на супе взяла. Лук взяла, закончился. Морковка. Три головки чесночка. Огурцы по 105 рублей, дешевле не было. Ну, взяла, дети хотели огурчики. Морковку корейскую взяла. Две булки хлеба. Печеньки рыбки. Ну, помимо этого, еще вот такие вот печеньки. Тут разные, всякие разные печенья. Целый пакет. Всего показывать не буду уж, ладно. Капусту. Это самая большая была из той, что можно было достать. Дальше 2 литра молока по 48 рублей. Вот такие вот конфетки взяла на пробу. По 29 рублей акция была, поэтому возьмем, попробуем. Мы такие ни разу не пробовали с детками на пробу. Если понравится, потом еще купим. Дальше 2 бутылки масла мне надо было и горчицу для майонеза. И купила одну курицу весом 2,184. И купила клеенку. У нас старая клеенка вся исхудилась. Клеенку на кровать, это сразу для маленьких. И также у меня пришло 2 заказа сезона. Одна и вторая коробка. Сейчас покажу. Там была нынче распродажа круп в половину стоимости. И что я взяла? Взяла чечевицу, ни разу не пробовала. Решила для супов взять. Мне как-то подписчики писали, что она очень полезная. Дальше взяла смесь чечевицы, тут разные. И вот такой-то на пробу взяла рис для плова узбекистанский, какой-то узбекский, по-узбекски. Ну, вот какой-то такой взяла. И взяла на пробу вот такую муку кукурузную. Что-то она маленькая какая-то пришла. А вес тут сколько, интересно? 450 грамм. Ну, а посмотреть, мне кажется, должна быть больше по объему. Ну, вот такие вот 4 пачечки пришли. Скидка на них была очень большая, поэтому взяла. Машенька, подожди. Давай вот это вот я сейчас сюда отодвину. Давай вот это вот сюда. Держи. Сейчас покажу, что здесь. Здесь хлопья гречишные. Из гречки, короче, хлопья взяла тоже на пробу. Мы такие не брали никогда. Взяла. И была скидка огромная вот на эту крупу. Маш, помогай мне. Это 3 по цене 1. Геркулес. Мы такую крупу варим с собаки. Тут 3 пачки. Вот такой в целом весь заказ был. Вот сегодня пришел, забрала. И вот такие покупки. Пишите комментарии, что вы думаете насчет всех этих покупок. Вот такие вот дела. А, еще вот не показывала. Хлеб дешевый я брала. Вот такой вот. Что там, 4 булки. Его еще не показала. Хочу сухариков наделать. Вкусных сухариков для детей. Ладно, сейчас убираю все это. И что-то надо дальше делать. На улице дождик так и льет. Посмотрите, ребят, какая красота у меня цветет. У нее 1, 2, 3, 4, 5, 6 бутончиков уже цветет. 7-й, там еще 8-й. И помимо... Ваня, подожди немножко. И помимо этого у меня еще вот здесь вот белая орхидейка цветет. Красота, скажите. Вот такая вот красота. Тут у меня у мужа острый перец сидит. И дождик. Наша погода, конечно, не ахти. Зато все польет на огороде. Конфеты? Так возьмите всем по одной, дайте.
конфетки. Ладно, убираю все. Смотрите, освободилась коробка. Василиса! 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 Ты меня слышишь вообще? Нет, ее тут же заняли, эту коробку. Василиса! Кс-кс-кс-кс. Ты че, моя хорошая? Ты сразу заняла коробку. Вот любитель коробок. Любая коробка, какая освобождается, быстро занимается кошкой. Она любитель коробок. Да, Василиса? Смотри, что делает. Аж грызет ее, аж грызет. Ой, трется об коробку. Васька, ай, ты довольная, да? Она у нас еще игривая, потому что она у нас еще молодая. Молодая наша киса. Ну, такая хищница. Да, Васька? Хищница. Ах ты такая козюля. Ай. Ты уже не помещаешься в коробку. Чудо ты мое луковое. Ты мое чудо, зачем ты коробку грызешь? Зачем ты коробку грызешь, ты мое шляткое? Ух ты, чудо, чудо, чудо. Чудо, 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 чудо. Ах ты, чудо. Она у нас, как-то нам кто-то писал, она у вас злая. Нет, ребят, она у нас не злая. Она играет, она даже не больно кусает, да, Василиска? Скажи, я даже не больно кусаю, я просто вот так вот улеглась. Найдите, говорит, меня. Да, Вася? Ой, что у тебя с глазиком опять стало? Ну-ка, Вася, что у тебя опять с глазиком? А, это какашки какие-то нехорошие. Ой-ой, и моется сразу же тут. Напишите, какие вы любите пород кошек.